Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые сибры! Привет всем из Латвии! Ассаламу алейкум, курметты Беларусьеля! Привет, Витебск! За всю нашу историю мы впервые записываем такое обращение. Дорогие наши врачи и весь медперсонал Витебской областной больницы. Вы находитесь в первой линии в непростое сейчас время. Спасибо вам большое. Низкий поклон за каждую спасенную жизнь. Чтобы вы имели силы и тоже здоровье. Чтобы вы и ваши семьи были счастливы. Мое комментаторское сердце с вами. Ну и, конечно, я не сомневаюсь, что мы увидимся на славянском базаре. Потому что это для нас всех это огромная радость. Встреча с настоящей музыкой. Город Витебск по-настоящему стал дорог моему сердцу. И мы с вами обязательно споем.